Добрый день, коллеги. Мне очень понравилось то, как начал свою презентацию Михаил. Он сказал, что я полагаю, что присутствующим будет интересна тема, что вы можете из этой презентации взять, что вы можете, какой положительный, что вынести. И я, собственно говоря, я подумала о том, что во всяком случае, то, что мне хотелось бы вам предложить на рассмотрение. Мы умеем здорово обучать языкам. Да? Даже, скажем так, начну с того, что уже через 5 лет порядка 15% всех существующих профессий просто канут в небытие. То есть они просто исчезнут, причем совершенно незаметно. И это естественно, поскольку мы все представляем с вами образовательный бизнес. Да, у кого-то языковые школы, у кого вообще просто среднее образование. Чему мы должны учить наших детей? Я вот даже вам больше скажу. Я не знаю, как долго еще будут актуальны, скажем так, будет актуально обучение иностранным языкам. Да, с таким темпом развития технологий, когда, например, тысячи людей, да, не суть. Поэтому я думаю, что, но при этом существуют навыки, существуют компетенции, которые будут актуальны тогда, когда исчезнет, скажем так, потребность, когда исчезнет спрос на те знания и навыки, которые сейчас, ну, в общем-то, приносят хлеб людям. И мы можем уже сейчас, да, например, мы через обучение языкам этим навыкам.